Добрый день всем! Меховое ателье представляет дубленочку. Она стала мала на клиентку, но тянуть мы не хотим, так как это дороже, чем то, что мы придумали. Мы перенесем молнию. Здесь большой заход. И мы переставим молнию вот эту сторону сюда. И тем самым расставим. Дубленочка у нас станет шире и удобнее клиентке. Ну, этот способ, конечно же, дешевле стоит, чем растяжка шова. Посмотрите, как у нас это получилось. И вот готовый результат нашего ремонта. Мы одну сторону выбрали из рельефа, застрочили отделочной, сделали себе новый рельеф и вточали эту молнию. Вот наш рельеф, он входит сюда. Воротничок мы здесь подпороли и спустили донизу. То есть она зрительно смотрится так же, вот как и была. И донизу он ушел, этот рельеф. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!